Три типичные ошибки в интерьере, которые вы допускаете. Типичный настенный декор. Не вешайте на стены картины неизвестных художников в дешевых рамках только для того, чтобы стена не была голой. Лучше разместить необычное панно или сделать стену акцентной с помощью обоев или фрески. Отсутствие мест для хранения. Если на полках собирается слишком много хлама, а шкаф невозможно закрыть, мест для хранения явно не достает. Чтобы не складывать вещи куда попало, задумайтесь о новых местах для хранения. И этому могут быть не только шкафы. Поверьте, даже в самом маленьком закутке квартиры можно сделать стильную и функциональную гардеробную. Слишком много деталей. Они не только усложняют уборку, но и делают комнату тяжелой, захламленной и неудобной. Расставляйте акценты, но не переусердствуйте. Если же у вас слишком много декоративных вещей, то уберите половину и меняйте детали в интерьере каждый месяц, ну или когда вам захочется.